Страшная авария в соседнем регионе. В Кемерове утром столкнулись два трамвая. Один влетел на скорости в другой. Погиб пассажир. На кадрах начало происшествия. Трамвай несется с горы, на ходу у него отлетают двери. Из салона падают люди прямо на проезжую часть под колеса машин. Дальше вагон врезается в другой трамвай на остановке. В результате ДТП погиб один мужчина. Всего же пострадали более 100 человек, в том числе водитель неисправного транспорта, девушка. Она попала в больницу с переломами. На кадрах с места видно, что кабина, где она сидела, сильно покорежена. Возможная причина аварии – отказавшие тормоза. Пассажиры рассказали, незадолго до аварии почувствовали запах гари в салоне. Следователи возбудили уголовное дело. В профильных подразделениях администрации в ближайшее время будет изъята и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке пассажиров и технического состояния транспортных средств. Выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Рассматриваются различные версии случившегося. После аварии глава Кемерова Дмитрий Анисимов заявил, что износ некоторых трамваев достигает 90%, а часть транспорта на ходу около 40 лет. На фоне происшествия депутаты Госдумы предложили проверить весь городской и пригородный транспорт в стране. К слову, в Красноярске примерно половина подвижного состава также устарела. Мэрия тем временем пытается разрывать соглашение о развитии электротранспорта с компанией «Мависта».